Здравствуйте, уважаемые участники Golden Time. Я Наталья Жижкова, художник, и в этом сезоне я оценивала ваши работы. И я была приятно удивлена. Очень много красивых, креативных и профессиональных работ. И это очень усложнило мою задачу в плане того, что мне нужно из всего этого многообразия выбрать лучших. Поэтому сразу хочу сказать, что не обижайтесь, чьи фамилии сейчас не прозвучат, но у вас есть стимул работать дальше. Начнем. Алена Акунина. Очень понравился ваш пейзаж. Анна Иванова. Браво. Прекрасная работа. Наталья Харламова. Эмоциональная и чувственная работа. Татьяна Сагельдина. Красивая и светлая работа. Марина Шромова. Очень понравилась, чудесная работа. Яна Афончикова. Профессионально выполненная работа. Юлия Зюбина. Красивый морской пейзаж. Супер. Эльза Лоран. Очень сильная работа. Браво. Денис Масиевский. Все работы интересные, со смыслом. Браво. Найра Ракелян. Очень приятный, солнечный и мягкий натюрморт. Анна Мирзоева-Обозова. Интересные работы, интересная техника исполнения. Браво. Галина Светлова. Очень живой и сочный натюрморт. Ольга Кизуб. Легкий морской пейзаж. Алена Алексеенко. Прекрасный пейзаж. Понравился. Светлана Жигал. Профессионально выполненный портрет. Что ж, хочу пожелать всем удачи, успехов. До новых встреч. С любовью и уважением, ваша Наталья Жижко.